В Дагестане ежегодно производится более 950 тысяч тонн молока, из которых в организованном секторе перерабатывается около 110 тысяч тонн. В то же время, владея такой крупной сырьевой базой, потребности республики в молоке и продуктах его переработки покрываются в значительной степени за счет завоза из других регионов. В этой связи по поручению руководства Дагестана предпринимаются меры по поддержке предприятий, перерабатывающих молоко. Как Ашура Сюдбулак, более 10 лет занимается производством молока. На сегодняшний день в этом хозяйстве насчитывается 284 голов крупнорогатого скота, в том числе 240 фуражных коров. Это высокопроизводительные животные, привезенные из племенных хозяйств Краснодарского края. Как отмечает руководитель КФХ Атай Расулов, в сутки с одной дойной коровы доярки получает более 25 литров молока. Внедрение новых технологий, условия содержания скота дают свои результаты в виде роста надоев и общей стабилизации производства молока в хозяйстве. На сегодняшний день здесь полностью налажен весь цикл производства, переработки и реализации готовой продукции – сметаны, сыра, сыворотки. Санкции не боимся, потому что у нас есть свой потенциал, свое молоко, перерабатываем хорошую свежую, производим свежую продукцию. Сметана, творог, молоко, все в отличном качестве. Людям это нравится, люди берут охотно нашу продукцию. И дальше будем развиваться. Наоборот, для нас это есть возможность расшириться, увеличить продукцию, чтобы обеспечить свою республику.